с двух сторон балкон. Центральный балкон, где библиотека, он совсем обвалился кругом. Можно вот сейчас посмотреть и увидеть. Там невозможно выходить на балкон. А с той стороны, со двора, так вообще дыры такие, я уже не выхожу. Отваливается. Ходила уже, писала письмо. Мне пришла, обследовала мастер. Вот после этого пришел ответ, что многие, не только вы нуждаетесь в этом ремонте, многие балконы в вашем доме нуждаются ремонта. Но если будут ресурсы в бюджете, тогда будем ремонтировать. Вот так ответили. А сколько лет вот не ремонтировали? Сколько лет? Ну, уже лет, наверное, 10. Я то сама под Марахвечью, притом там были такие деревья высокие, обломали все перила, все. И... Скажите, а падало что-то на голову? Были такие случаи? Мешало жительница? Было. Съезжало с этого, с балкона. Нам на голову падает и сейчас, где балкон. А с крыши съехала такая...